Отдельная радость пригласить на эту сцену директора по продукту компании Global Intellect Service Сергея Костюжова. Ваши аплодисменты! Уже можно. Ого, здесь теплее, оказывается. Круто. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Сергей Костюжов. Я впервые сегодня на итогах года выступаю. Впервые выступаю на такой большой сцене. Обычно я вместе с разработчиками сижу в нашем офисе разработки. Мы собираем обратную связь и думаем, как наш продукт сделать лучше. И сегодня мне довольно волнительно выступать. Но в то же время я очень рад, потому что сегодня я показываю результат работы нашей классной команды разработки. Сегодня я буду показывать то, что мы делали с любовью, и то, что, по нашему мнению, работает очень круто и действительно приведет к кратному росту нашей компании и нашего продукта. Поехали. Я сейчас коротко очень освежу контекст, то, о чем говорил Вячеслав. У нашей компании есть миссия. Мы помогаем предпринимателям получить свободу и развиваться, чтобы общество получал от них лучший сервис и лучший продукт. Да, аплодисменты здесь уместно. Кстати, друзья, пожалуйста, аплодируйте в тех местах, где вы считаете, что мы сделали что-то правильно. Ваша обратная связь будет очень полезна. Год назад мы записывали в блокнотик все аплодисменты. Это повлияло на то, какие задачи мы берем в работу. Так что будьте внимательны. 2015 год. Руководствуясь нашей миссией о том, что мы помогаем предпринимателям стать свободнее, мы запускаем первую версию нашего продукта UDS Game — единая дисконтная система. Мы понимаем, что рынку такой продукт нужен, мы его прокачиваем, усиливаем, развиваем и в 2017 году презентуем UDS Game 2.0, который на тот момент стал полноценной программой лояльности. А у нас увеличивается количество клиентов, мы получаем массу обратной связи от малого и среднего бизнеса и понимаем, что у малого и среднего бизнеса есть много других незакрытых вопросов. И понимаем, что это зона роста для нашего продукта. И мы начинаем эти вопросы и проблемы малого бизнеса закрывать, создавая дополнительные решения. Так у нас появился прайс, так у нас появился KPI, модуль мотивации персонала. Таким образом, мы накапливали и наращивали функционал. И в 2019 году мы презентовали UDS 3.0, который на тот момент стал уже платформой цифровых решений для малого и среднего бизнеса. United Digital Solutions. С тех пор уже прошло, с ума сойти, 2 года. Мы много что сделали, вы об этом, наверное, знаете. И сегодня, в 2021 году, точнее, прямо сейчас, мы презентуем вам UDS 4.0 и поймем, какой следующий шаг в развитии нашего продукта. Помогите Даше найти подходящий инструмент для ее бизнеса. Инсайты, с которыми мы приходим в 2021 год, их основных два. Первое. Мы понимаем, что добавление какого-то большого, принципиально нового функционала не приводит к кратному росту количества клиентов. Но есть и второй важный инсайт. Мы поняли, что для кратного роста, для развития нашей компании продукта нам нужен простой продукт, в котором каждый предприниматель может разобраться сам. И более того, простой продукт, который подходит всем типам бизнеса. Давайте посмотрим, что сейчас происходит обычно при знакомстве предпринимателя с нашим продуктом. Он попадает первый раз в UDS Admin и видит вот этот вот наш огромнейший функционал, более 30 самых разных фич, которые закрывают все возможные вопросы, проблемы малого и среднего бизнеса, но их много, и в этом функционале предпринимателю очень сложно разобраться. И мы с вами, администрация компании, внедренцы, партнеры, мы с вами приходим к предпринимателям и помогаем им внедрить продукт. Мы тратим на это время, хотя, в принципе, это время мы могли бы с вами инвестировать, например, в то, чтобы продавать больше, чтобы взращивать наш продукт. Что мы с вами хотим сделать? Давайте пройдемся сейчас по типичному сценарию, что происходит. Мы сначала приходим к предпринимателю и говорим, давай мы тебе настроим программу лояльности,
чтобы твои клиенты к тебе возвращались. И таким образом мы оцифруем твою клиентскую базу, соберем ядро самых лояльных клиентов. Потом мы учим нашего клиента работать с обратной связью, с оценками качества обслуживания, чтобы найти какие-то точки роста для его бизнеса. Мы учим клиента работать со статистикой, чтобы понимать, что вообще в бизнесе происходит и куда двигаться дальше. Вот с этим базовым функционалом клиент работает, он понимает, видит свою клиентскую базу, ценность продукта. И в какой-то момент достигается такая точка, когда он, увидев ценность, готов дальше инвестировать свои ресурсы, инвестировать время в более глубокое внедрение продукта. А что если было, например, вот так вот? Если бы продукт был настолько простой, чтобы каждый предприниматель сам бы вот все эти шаги проделал, сам бы внедрил базовый продукт, и уже потом, когда он понимает, что UDS ему нужен, и зачем ему нужен UDS, в этот момент приходим мы с вами, и мы говорим: слушай, предприниматель, ты такой классный, у тебя в клиентской базе уже 1500 человек, из них половина — это ну, такие вполне постоянные клиенты, у которых средний чек больше, чем, например, 1500 рублей. Из них столько-то там процентов мужчин, столько-то женщин. А давай мы с тобой сейчас подключим новые инструменты, которые тебе помогут с этими клиентами работать еще лучше, повысить средний чек, возвращать их в свой бизнес. Вот именно этими двумя инсайтами, именно этими мыслями руководствуясь, мы сегодня, в 2021 году, в Москве, хотим вам представить UDS 4.0. Круто. Я услышал аплодисменты. Сейчас будет тот самый слайд волнительный, да. Прямо сейчас. Мы представляем вам UDS 4.0. Мы назвали его UDS Business. Мы знаем, что у нас с вами есть большой мощный бренд UDS. И сейчас вместе с ним мы начинаем развивать бренд UDS Business. Это решение для малого и среднего бизнеса, причем не просто для всех, а для каждого предпринимателя, для каждого типа бизнеса, для любой потребности. Как это все будет работать? Мы выделяем в нашем продукте ядро. Простой функционал, в котором каждый способен разобраться сам, ценность которого каждому понятна и который подходит всем типам бизнеса. Это программа лояльности и клиентская база. В принципе, то, с чем UDS ассоциируется, наверное, на рынке. Затем вокруг ядра нашего продукта мы начинаем выстраивать экосистему, дополняя наш базовый продукт дополнительными продуктами-модулями, каждый из которых закрывает какую-то конкретную проблему, какой-то большой вопрос малого и среднего бизнеса. Это продукт для мотивации персонала, продукт для сбора обратной связи, продукт для запуска интернет-магазина. Таким образом, UDS у нас теперь состоит из ядра, вокруг которого собраны 9 полноценных продуктов, каждый из которых решает отдельную задачу, которые работают сообща, усиливая друг друга. Чуть-чуть аплодисментов услышал. Класс. Но это еще не все. Нашу с вами экосистему усиливает более 40 интеграций с самыми популярными IT-решениями для малого и среднего бизнеса. И все это формирует экосистему, которая будет расти, развиваться и дополняться новыми элементами. Я вам сейчас рассказал, как это работает, но это еще не все, потому что я готов вам еще и показать. Фактически сегодня вы первые, кто увидит UDS 4.0. Готовы увидеть? Все готовы увидеть? Как-то, короче… Блин, что-то как-то тихо, по-моему. Круто. Давайте сейчас переключимся на ноутбук. И вместе с вами пройдем путь нового пользователя UDS 4.0, нашего продукта UDS Business. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы с вами буквально в 3 шага зарегистрируем новую компанию и получим простой продукт. Затем мы с вами разберемся в базовой механике этого продукта. Я думаю, что нам понадобится для этого буквально минуты 3.
И после того, как мы разберемся в базовой механике, мы с вами расширим наш продукт при помощи элементов нашей новой экосистемы UDS Business. Итак, мы регистрируем новую компанию. Здесь вот имя Сергей Костюжов. Это я. Наверное, вы обратили внимание, что за последние полгода мы сильно упростили создание новой компании. И сейчас создание новой компании занимает буквально три шага. На первом шаге мы заполняем информацию о владельце лицензии. На втором шаге мы заполняем базовую самую информацию о компании. Пусть это будет компания булочная. Эту компанию мы заполняли ровно год назад, на прошлых итогах года. Давайте не будем отступать от традиции. Есть поле аннотации, но открою секрет, что оно не обязательно. Если предприниматель не хочет его заполнять, если ему лень при первом касании, мы просто разрешаем без него зайти и пользоваться продуктом. И мы с вами выбираем категорию. Это будет у нас рестораны и кафе. Третий шаг. На третьем шаге мы должны с вами помочь нашему клиенту нас найти. Мы вводим адрес. Пусть это будет улица Ибрагимова из города Казани, например. И мы вводим номер телефона, чтобы клиент смог с нами связаться, забронировать столик и так далее. И теперь мы готовы к тому, чтобы создать компанию. Мы нажимаем на кнопку «Создать компанию» и попадаем в UDS Admin. Я думаю, что минуты две у нас это заняло. Поздравляем, компания «Булочная» у Булата зарегистрирована. Внимание на экран. Я хочу обратить ваше внимание на левое меню. Вы помните, сколько было разделов раньше? Там, это более 10. Сейчас мы в левое меню для нового клиента добавляем только базовый функционал, в котором каждый предприниматель готов разбираться сам. И для того, чтобы разобраться в этом функционале, не требуется в принципе много времени. Давайте за 3 минуты попробуем это быстро проделать. Проведем первую операцию и оцифруем первого клиента. Обращаю внимание на то, что для того, чтобы проводить операции и оцифровывать клиентов, нам даже не нужно приложение UDS Кассир. Мы можем прямо в UDS Admin нажать на кнопку «Провести операцию», и у нас открывается окно. То есть посадка нового клиента и внедрение еще проще стало. Сейчас я попрошу моих коллег сказать мне код скидки из приложения UDS. 2 2 8 8 6 6 8 8 9 9 4 4. Отлично. Знакомые всем действия проделываем, но давайте для полноты картинки мы это все-таки сделаем. Первая оплата, списываем приветственные баллы, все как обычно. И та-дам, у нас появилась первая операция, первая покупка. И напротив раздела клиента появилась единичка. Мы с вами только что автоматически оцифровали первого клиента. Кто же это, интересно, такое? Давайте посмотрим. Булат Имамов. Слышали про такого? Только что в нашей клиентской базе появился Булат Имамов, и мы можем, в принципе, с ним взаимодействовать. Можем отправить баллы. Мы можем Булата добавить в любимые клиенты или, например, ему отправить пуш-уведомления. Теперь мы видим, что напротив раздела «Обратная связь» появилась тоже единичка. Это значит, что клиент уже нам прямо сейчас оставил какой-то отзыв. Мы переходим сюда и видим, что оценка 4 звезды, но мы с вами можем уточнить, а что же не понравилось Булату. Мы с вами можем прямо здесь нажать на кнопку «Ответить на отзыв» и спросить, что вам не понравилось. Здравствуйте, Булат, у нас автоматически подставилось. Нажимаем на кнопочку «Отправить». В этот момент Булату на телефон приходит пуш-уведомление о том, что компания написала ему сообщение. И мы надеемся, обычно так и бывает, что клиент это пуш-уведомление открывает и отвечает. Нам пришло первое сообщение. Напротив раздела сообщения появилась первая единичка. И да, клиент говорит, что пирожки у нас не очень, но зато булки что надо. Ну окей. Зона роста для бизнеса ясна. Что произошло сейчас? Мы с вами буквально за 3 минуты прошлись по всем пунктам меню и поняли, как работает UDS. Как работает наш простой продукт, в котором каждый предприниматель может, в принципе, сам разобраться. Вот он у нас недельку так работает, оцифровывает клиентскую базу,
у него там набирается определенное количество клиентов, и в этот момент он уже готов попробовать что-то еще, он готов разобраться в новом функционале и усилить базовый продукт. Теперь давайте опять посмотрим на левое меню. У нас в левом меню появилась кнопочка, которая называется «Расширение». Давайте мы на нее нажмем и посмотрим, что же там внутри такое. Мы нажимаем медленно на кнопочку расширения и попадаем в UDS Store. UDS Store — это магазин расширений для экосистемы UDS, который позволяет каждому предпринимателю, как из кирпичиков, собрать для себя собственный идеальный инструмент для работы с его клиентами. По сути, это ресурс, на котором мы собираем кирпичики для нашей экосистемы. Давайте посмотрим, что же тут есть. При запуске UDS Store у нас открывается сразу раздел, который называется «Модули». В этом разделе мы собрали те самые 10 продуктов, каждый из которых закрывает какой-то большой вопрос малого или среднего бизнеса, и который предприниматель подключает именно в тот момент, когда он ему нужен и когда он готов в этом разбираться. Давайте представим, что мы с вами хотим, например, запустить онлайн-торговлю. Наверху странички модуля мы собрали вот такие фильтры, которые соответствуют основным целям предпринимателя при работе с продуктом: привлечение клиентов, удержание клиентов, сбор данных и аналитика и онлайн-продажи. Давайте нажмем на онлайн-продажи, и мы видим, что для того, чтобы начать продавать онлайн, нам с вами пригодится 4 модуля. Это модуль веб-сайт, который у новых клиентов будет по умолчанию уже подключен. Это интернет-магазин, источники трафика и модуль товары и услуги. Давайте мы подключим классный модуль, он называется интернет-магазин. Мы нажимаем на страничку модуля и попадаем на полное, детальное, достаточное описание того, что же это за продукт такой, интернет-магазин на базе UDS. Детальное изображение интерфейса. Мы видим, как можно работать с заказами. Мы видим клиентскую часть, как отображаются товары, корзина, оформление заказа. Здесь же на странице модуля мы видим описание функционала. Мы видим, что входит в состав модуля. В данном случае это онлайн-оплата, приема, обработка заказов и складские остатки. И мы видим сопутствующие модули, которые позволяют максимально усилить, в данном случае, модуль интернет-магазина. Спасибо, что аплодируете. Это прям очень сильно помогает. Нажимаем на кнопку «Подключить». Торжественный момент. Мы подключаем модуль интернет-магазин. Видим, что вам будет доступно количество товаров и услуг 300 штук. Давайте это сейчас запомним. Скоро нам эта цифра пригодится. Нажимаем на кнопку «Подключить». И модуль успешно подключен. Теперь мы с вами можем вернуться в UDS Admin и посмотреть, что же у нас поменялось. Прямо сейчас давайте посмотрим в наше левое меню. Только сейчас, после того, как мы в базовом простом продукте разобрались, после того, как мы решили, что мы будем внедрять интернет-магазин и готовы в этом модуле разбираться, у нас с вами только сейчас в левом меню появляется раздел «Заказы» и раздел «Прайс». Может быть, вы уже успели заметить, что мы в каждый раздел добавили кнопочку «Настройки», чтобы максимально быстро и просто было перейти к нужным настройкам в тот момент, когда ты пользуешься модулем. Это сделано по обратной связи вашей. Спасибо большое за то, что помогаете нам продукт усиливать. Переходим в раздел «Прайс». Здесь мы сейчас вам представим еще одну новую механику, новое направление в развитии продукта. Мы называем его «Апсейлы», то есть «Внутренние покупки». Здесь вот есть такая фиолетовая стрелочка. Если мы на нее наведем мышку, то увидим, что мы можем увеличить количество позиций в прайсе. Давайте нажмем на ссылку и перейдем. Мы перешли в личный кабинет. Обратите внимание, что у нас появился здесь новый раздел, который называется «Дополнительные услуги». И здесь у нас появляется блок «Товары». Прямо здесь я могу нажать на кнопочку и при этом подключить внутреннюю покупку. И вместо 300 товаров, которые доступны для создания в UDS Admin, у меня будет 5300 товаров. Мы нажимаем на кнопку «Подключить». Подписка активирована. Теперь у клиента с баланса каждый день будет сниматься $1. Зато он может создать 5300 товаров.
и этого вполне достаточно для того, чтобы настроить полноценный интернет-магазин на базе UDS. Это направление мы будем развивать, и рядом с товарами здесь появятся, возможно, другие апселлы. По сути, внутри каждого модуля есть какие-то сущности, которых не хватает для полноценного внедрения, определенным типом бизнеса, которые чуть больше. В частности, например, мы хотим разрешить докупать клиенту сверх нашего обычного количества пуш-уведомления, источники трафика, сертификаты и так далее. Это новые направления, и новые внутренние покупки мы обязательно будем добавлять. Это еще не все, поэтому давайте вернемся в наш UDS Store. Нажимаем на кнопочку расширения и возвращаемся в UDS Store. Обращаю внимание, кстати, на то, что это абсолютно открытый ресурс. Вы всегда можете скопировать ссылку и отправить его потенциальному клиенту. Таким образом, UDS Store становится дополнительной точкой входа, точкой посадки нового клиента. Потенциальный клиент сюда заходит, видит, из чего состоит экосистема, какие тут есть возможности. Например, реферальная программа. Ну-ка. Ого, баллы за покупки. Он видит, как работает модуль. В принципе, может пройтись по всему вот этому контенту и понять, что среди всех модулей UDS есть те, которые нужны его бизнесу. И уже потом, в принципе, горячим мы его берем и продаем продукт. Круто. С этого UDS Store клиент может взять бесплатный материал на 7 дней. Что есть в нашем UDS Store еще? Раздел интеграции — это те самые более 40 интеграций с самыми популярными IT-решениями для малого и среднего бизнеса. Для удобства клиента мы разбили все наши интеграции по типам бизнеса. Например, абсолютно любой новый для нас потенциальный клиент или уже новый клиент может, например, выбрать флористику и узнать, что у нас есть интеграции для флористики или, например, для медицинских учреждений, для салонов красоты, для хорики, для магазинов. У нас с вами очень много интеграций. Но самое классное, что по каждой интеграции можно посмотреть максимально полную детальную информацию о том, как это работает, зачем это работает и как это подключить. Мы сейчас, например, зашли с вами на страничку интеграции Avator. Мы видим здесь максимально детально, как это работает, как это настроить. Видим инструкции для загрузки. Видим даже, в принципе, интерфейс, как будет работать. Понятные инструкции со стрелочками. Такие интеграции, как Avator, можно буквально в 4 шага самостоятельно подключить из UDS Store. Переходим по ссылке и в 4 шага настраиваем интеграцию. Есть более сложные интеграции, такие, например, как 1С. Здесь мы тоже максимально подробно и доходчиво объясняем, как работает интеграция. Вот у нас здесь есть анимированная инструкция, что делает персонал при обработке покупки. Здесь мы также максимально загрузили сюда все необходимые материалы. Но для сложных интеграций мы размещаем еще и контакты наших сертифицированных интеграторов, которые позволят оперативно и качественно внедрить нужную интеграцию. Вот, например, здесь есть номер телефона, можно нажать, позвонить. Кстати, UDS Store с мобильного телефона тоже красиво выглядит. Совсем скоро сможете открыть на iPhone и посмотреть. Но и это еще не все, друзья. У нас в UDS Store появляется третий раздел. Это раздел материалов, который мы добавили дополнительные фишки, которые позволят более глубоко интегрировать UDS в ваш бизнес. Здесь у нас появляется раздел Table Tent, наклейки. Это те самые вещи, которые в офлайне помогают более качественно внедрить продукт. Здесь у нас теперь находится брендбук, логотип, шрифты для того, чтобы материалы бизнеса были интегрированы в дизайн-систему UDS. Спасибо. У нас сейчас три раздела, три коллекции, модули, интеграция, материалы, но это еще не все, потому что наша экосистема будет расширяться. В нее будут добавляться новые интеграции, в нее обязательно будут добавляться новые красивые материалы, в нее попадут дополнительные IT-решения, которые усиливают основной продукт. Например, решения наших партнеров, которые, спасибо вам большое, постоянно разрабатываются новые и новые. И в целом, давайте подытожим, что мы с вами проделали за последние 10 минут. Мы с вами
буквально в 3 шага заполнили новую компанию. Затем мы за 3 минуты разобрались в базовой механике того, как этот простой продукт работает. Потом мы перешли в UDS-Store, увидели, как наш простой продукт может гибко расширяться под каждый тип бизнеса. И мы с вами подключили необходимый модуль для начала онлайн-торговли. Более того, мы еще сделали дополнительную покупку и расширили прайс до 5300 товаров. Давайте вернемся к моей презентации и посмотрим, как это новое видение коррелирует с нашей миссией. Мы помогаем предпринимателям получить свободу развиваться, чтобы общество получало от них лучший сервис, лучший продукт. Айрат сказал уже, что у нас 12 миллионов скачиваний. А представьте, если у нас будет не 12 миллионов скачиваний, а 100 миллионов или миллиард скачиваний. Представьте, что сотни тысяч компаний по всему миру используют UDS, процветают и более качественный сервис за счет этого предоставляют им клиентам. Представьте вот эти вот миллионы, может быть, там миллиард клиентов, как они будут более счастливы, как они будут любить эти компании. Мы считаем внутри компании, что баланс между простым продуктом и его гибкой расширяемостью, именно вот этот вот баланс позволит нам кратно вырасти, получить тысячи новых клиентов, может быть, десятки тысяч клиентов, и в принципе повлиять на культуру предпринимательства по всему миру. Самый главный слайд следующий, друзья. 8 февраля все наши новые клиенты будут получать простой продукт, который будет гибко расширяться при помощи экосистемы UDS Business. Спасибо.